Настоящий праздник женственности и красоты сюрпризами и подарками. В Сургуте прошел женский форум «Я леди». Югорским модницам рассказали секреты нескончаемой женской энергии и молодости, успешного развития собственного бренда и достижения лидерства в любимой сфере. Организатором форума выступила известный российский дизайнер и основатель бренда Time Deluxe Татьяна Мельник. Вы знаете, я написала две книги. Я получаю много запросов. Как, что, как улучшить свою жизнь, как поменять жизнь к лучшему, как выйти на новый уровень жизни. И я собрала лучших спикеров, чтобы как можно больше и правильнее преподнести эту информацию. Участницами форума стали дамы, заинтересованные в собственном развитии, создающие свой личный бренд, владелицы бизнеса и профессионалы своего дела. Спикерами форума выступили успешные и интересные люди из мира бизнеса, моды, психологии и здоровья, представители столичной фэшн-индустрии. Во-первых, начать надо с того, я буду сегодня об этом рассказывать, что надо задать вопрос вообще, чем я хочу заниматься. Потому что в любом деле, в том числе и в модном деле, нужно четко чувствовать то, что ты делаешь. Девушкам сегодня расскажу очень важные, дам советы на тему «Обратная сторона успеха», потому что каждая девушка, особенно участницы проекта, они звезды, они хотят быть звездами, и у каждой звезды, как у каждой медали, есть две стороны. Кинетический имидж, эмоциональный интеллект, масштабирование и нетворкинг. Новыми терминами пополнился лексикон югорских леди. Команда и участницы проекта постоянно стремятся к покорению новых вершин, и данный форум далеко не предел их возможностей.